весь мир блок Лола Тайлор. Милан, я вам показала, Париж я вам показала, жене показала, себя показала, Эмили показала, все показала. А теперь я хочу вам показать Будапешт. Кстати, ребят, представляете, мне сегодня написал Гудман, я была так рада, потому что все-таки, ну, у нас было нечто такое с ним особенное. Ну, я к тому, что он меня много там снимал, и то есть, ну, у нас было больше, чем, ну, дружба. И вот он мне сегодня написал, я так рада. Я для него снимаюсь 25 числа, так что я вам передаст привет вам на моем ютубчике канал. Мы пришли в обменник, вот такой курс, чтобы вы понимали, и мы хотим найти хороший курс. Моя юбочка, смотрите, какая она красивая, кстати, у меня браслет, чтобы вы не забывали. Так, это типа улица шопинга, бля, пиздец, да? Филиппин, смотрите, какой череп, как блестит. Но мой браслет блестит больше. Закрыт. И слава богу, все равно у нас нет денег. Ох, ты ёб твою мать. Открывайте, давайте. Мы хотим поглазеть. Ой, ребят, несмотря на то, что я сегодня абсолютно не выспалась, так как я встала, чтобы сделать ПЦР-тест, так как у меня завтра съемка, и я буду играть, знаете, кого? Маленькую девочку. Очень приятно, что дали такую роль сыну в мои 28 лет. И поэтому сегодня мне нужно уснуть в 6 часов вечера, ну, в 7, чтобы выспаться. Потому что я эти 2 дня, если честно, вообще не высыпалась. Я вот, знаете, просыпаюсь, выхожу на улицу, и меня домой палкой не загонишь, вот серьезно. У нас такой план действия. Это Будапешт, вот оттуда были фейерверки, кстати. А потом мы хотим сейчас туда, парламент, там пофоткаться, потом прокатиться на корабле. Короче, планы грандиозные. Так, это посвящено наверняка какому-то художнику. А что рисуем, что пишем? Спасибо, да. Ребят, я поняла, что мне надо подкачать губу. Что я когда улыбаюсь издалека, у меня как будто бы ее нету. Вы хоть мне и говорили, что не нужно. Эмили, что делаешь? А, она желание загадывает. Ребят, тише, не мешаем. Не мешаем, тише. Короче, Яка, ты загадала желание? Надо было тоже загадать. Ладно. А как проедемся? На чем? На чем проедем? 400 форинтов тратить. А, бесплатно давай. Ну да, кстати, ребят, мы тут с этими зайцами ездим. А что платить 400 форинтов? Какой смысл, если можно бесплатно проехать? Короче, ситуация такая. Вы хоть мне говорили, что не надо подкачивать губу, но я в своих влогах вижу, что когда я разговариваю издалека, у меня как будто губы вообще нет, поэтому я подкачаю все-таки губы. Блин, меня немножко тошнит, потому что я голодная. Я хочу очень сильно жрать. А еще, ребят, смотрите, очень красивые, да, деревья. О, отель Будапешт. И, кстати, в этом отеле, вот в этом, да, снималось дохуище фильмов. Это я вам могу точно сказать. Без пиздежа. Так, где Эмили? Опять потерялась, опять ее ищи, свищи. Все время она по кустам прячется от меня. Вон она. Короче, мост на ремонте сейчас, и мы не можем на него попасть никак. Блин, наверное, мы там не пойдем наверх, не знаю. А ты что думаешь? Поехали. Ребят, зайцами не получилось, к сожалению, поехать.
нам дали билеты, но мы не будем штамповать. Скажем, что мы не знали. Да ладно, на самом деле пофиг. Мы поехали на автобусе по другую сторону. И нам подсказал мужчина сзади в себя. Собачки, вот. Это очень красивая собачка. Только я не поняла, как волк. Чья это собачка? Я не могу понять, что это за собачка, чья это. Иди сюда. Какая красивая. Пошла куда-то. Как волчонок такой. Ну, выглядит ухоженно. Я хочу вам сказать, что мы заблудились, мы реально заблудились, то есть мы поехали до парламента, и в итоге мы приехали хуй знает куда, и вообще я даже не знаю, куда нам дальше идти. Эмилия, ты знаешь, куда нам идти? Прямо, это мешки с чем? Не знаю. Настоящие, да. Прикинь, я сама удивилась. О, едой пахнет. Я хочу жрать. А как выяснилось, мы не заблудились. Все под контролем. О, винишко. Hello. Короче, вот, мы сейчас хотим подняться вот туда. Много народу, много туристов. Слушайте, но я должна сказать, что Будапешт очень поменялся. То есть, допустим, я вот этого не видела фонтана. Я думаю, что это новый фонтан. А, нет, тут чувак не на скрипке пел, помню. Ну, скрипач. Я все еще пью свой лимонад. Тут надо загадать желание и кинуть монетку. Сейчас я загадаю желание, и я вам не скажу, какое. Там много монеток. И спасибо, что вы придумали этот эскалатор. Да. А то что-то я уже заебалась. Мы ленивые жопы, поэтому мы поднимемся. Очень красивый вид. О, красота. Ёб твою мать. Божественно. А вам нравится? Если вам нравится, вы не забывайте ставить лайк. И тогда я буду вам показывать гораздо больше. Так как это будет меня мотивировать. А хочу вам немножко рассказать про Будапешт. Будапешт разделен на две части. И соединен вот такими вот мостами. И один мост, к нашему великому сожалению, находится на реконструкции. А вниз мы хотим потом спуститься пешком. Блин, где опять Эмили? Ой, господи, ребят. Мы приехали в такое время, когда тут просто реконструкция. Везде что-то делают, что-то реконструируют. Вон. Весь вид портит. Едем кататься на кораблике. Вот. Надо положить вот так билетик. Окей? Так, загорелся зеленый. Ну что, где наш Ламборгини? Пошли, мы теперь вначале сядем. Пойдем. Ну, пошли, хорошо. Все время она мной манипулирует, ребят. Все. Ой, I'm sorry. Давай, заходи, уже бабушку не снесла, бабульку. Ребят, я добра на самом деле, блядь. Что не заметила. Ой. Вы понимали, мы могли спуститься бесплатно. Тут... Имеется бесплатный лифт, но там очереди просто пиздец.
Поэтому мы спустились на фуникулёр, чтобы показать вам, как вообще это. Опять попали на концерт, тут скрипка. Купили билетики на кораблик. Честно, я не очень. Да, честно, я не очень люблю кататься на корабле. Но манипулируют как хочет. Крутит, вертит. Жизнь у тебя такая. Придется ехать на корабле. Сидим, катаемся на корабле. Мне надо определенно покачать верхнюю губу. Так-то лучше. Так гораздо веселее. Ребят, я заказала сосиски. Нужно было добавить с яйцами, но я решила сказать просто сосиски. Я заказала сосиски с яйцами. Я не знаю, это же сложный выбор. Шампусики заказала, еще одно шампанское. Далее я заказала сосиски без яиц, огурчики, пушинку. Жрем. А завтра мне вставать в 5 утра на съемку. Это просто ужас. Это очень рано. Я не понимаю, зачем так рано вставать, вот серьезно. Так, ребят, я не наелась. Я заказала себе. Ребят, реально работаю на еду. Ну, вкусно. Эмиля, это у тебя что? Я пописала. Давай выпьем. Уточки плавают. Ножки. И вон там легендарные мороженые, за которые очередь стоит просто всегда. Но сегодня как-то вот нет очереди, я не знаю почему. Эмили взяла мороженку. 2000. 1800. А что дорого? Нормально. А там за 1000 розочка продавали. Так там, блин, что ты все время отворачиваешься? Ты хорошо выглядишь. Заебала. Так, за сетку. Блядь. Не ту, это стаканчик. Мы снова все встретились. Эмили. Эмили сегодня стесняется. Да. Видите, кого я встретила, ребят? Интересно, она не касается? Черепаха. У меня сегодня очень плохое настроение. Мы приехали в купальню сечение поплавать. И что вы думаете? Там кто-то женится. Все. Возвращаемся домой. Собаки. Такие сладкие. Очень хорошие. Красивые собачки. Попку нюхает другом. Ой, можешь и прикольное местечко. Ой,
Ой, Эмили, блядь, посмотри. Блядь. Эмили, играй. Вали, Эмили, вали. Сейчас, блядь, все. У меня тут попка вибрирует, ребят. Кстати, о, корень у меня. Вот развлечения у людей. Весь мир блок, Лола Тайлер.